Звездный дождь начнется сегодня после 7 часов вечера. Будет он и завтра после полуночи. В эти дни ученые обещают целых 2 максимума. В час можно будет увидеть от 150 до 200 так называемых падающих звезд. Все будет лететь из созвездия Близнецы, поэтому вечером с восточной стороны будет лететь. Ну а затем это созвездие очень высоко у нас поднимается над горизонтом. И в принципе метеоры будут рассекать все небо. Поэтому смотрите. К тому же в этом году обещают идеальные условия именно для нашей широты. Ночь будет безлунной, а значит звездное небо будет видно особенно хорошо. Это моя уже вторая поездка. Первая поездка была на метеоры, которые называются дракониты. Сейчас мы едем на другие уже. Сейчас будет более интересно, потому что будет гораздо больше метеоров падать в минуту. Будем фиксировать, и ночь гораздо длиннее, чем в ноябре. Она начинается в 7 вечера до 7 утра. Как говорят будущие астрономы, впереди у них тяжелые ночи составления отчетов. Нам же они пообещали привести видео «Звездный дождь» в Максимихе. Санжима Немаева, Чингис Асадоев, Новости дня.